Всем привет, с вами Туди. В прошлой серии я нереально захейтил эту игру за вот это вот место. Но игра тут не виновата. Да, оказалось, что игра не виновата. Виноват тупой я. Тупой я. О, стоп. Что убивал. Также я немного даже захейтил эту игру за отсутствие как таковых, ну... выбора светового меча. Оказалось, что он тут есть. Да, оказалось, что тут есть другие световые мечи. Как минимум один. Это двойной. Так что... видимо, надо было сначала дольше поиграть в эту игру, чтобы хоть что-то ей предъявлять. Потому что... ну, я себя вот прям фигово чувствую. После того, что я так нереально ее захейтил. За свой дебилизм. Продолжим разговор, как только убьем его. Нет! Ой. Что, мне надо помолчать? Я понял, что тут делать. Просто идиот немного. То есть у меня было полно свободного времени. И за это время я пересмотрел, во-первых, фул свое прохождение. Да. Чтобы понять, что же со мной не так, дебилом. И, в общем-то, оказалось, что это я дебил. Игра. Хотя... это место очень странное, на самом деле. Сейчас, я понял, как туда пробраться. Где-то здесь можно это сделать. Так, А, точно. Видимо, этот момент не сохранился. Где я скину сферку. Окей, сейчас мы ее найдем. Сейчас мы ее найдем. Вроде враги были. Не, нету. Окей. В общем-то, да, guys, прежде чем хейтить игру, надо разобраться в ней, разобраться как следует. Потому что, блин, серьезно. Просто серьезно, серьезно. Я вот просто случайно, абсолютно случайно наткнулся на видео, которое называется... знаете как? Знаете, как оно называется? Называется How to... короче, как получить двойной световой меч. Jedi Fallen Order. Вот. Я был даже немного удивлен. Я думал, эта игра будет плохой. Казалось, она хороша. Так что... Гэс, извиняюсь. Извиняюсь. Игра отличная. Реально замечательно. Let's go, BD1. Будем делать дела. Вот эти головоломки, да. Тут нужен... тут нужен мозг, чуть-чуть. То есть, не обязательно, чтобы полностью, но кусочек мозга хотя бы нужен. Потому что вот я не додумался до вот этого. До вот этого простого действия. Простейшего, я бы даже так сказал. Это было настолько просто. Я бегал здесь, вот с этой сферой играл, с идиотина. Так, ну... так, и надо бежать сразу же. Надо бежать. Давай, Кэл, делаем дела как надо.
Опа. Вот ты умничка, Кэл. Вот ты умничка. Теперь самое главное зацепиться. Да. Так, я там не взял, получается. Получается, я не взял там плюшку. Хорошо. Давайте возьмем ее. Вот так. Выпьем немного монстра. Замечательно. Да. Сори. Новая тема Бидиван. Да. This relic is extremely old. But I get the sense it was part of some type of training ritual for Zephyr. Фига за неё опыта дали. Так, давайте сейчас помедитируем. Я надеюсь, что тут страж не возродится. И какая разница, мне все равно наверх надо. Отдохнуть. Так, 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 так. Он возродился. Да и пофиг, его проблема. Надеюсь, он даст мне залезть? Да, ему пофиг на меня. Отлично. Все, Мэйс. Продвигаемся по сюжетке, все в порядке. Стример глупый, конечно. Но... Ого. Даже так, серьезно. То есть мы проделали вот весь этот путь по гробнице. Только чтобы получить навык, который мы и так знали. Отправляемся на Кошиик. Я помню, в какой... Помню, что в какой-то игре по ЗВ был Кошиик. Точно помню. Вроде бы в старой Battlefront 2. Я могу что-то путать. Вау. Повторюсь, все было просто легчайше. Легчайше. Я потратил на эту головоломку минут 30. Может, даже больше. Я идиот. Да, я признал, Грис. Я идиот. Идиотина. Просто тупейший человек на этой земле. Извиняюсь. Так, открыли новый бунфайр. Там еще один. Зачем? Ну ладно. Чувак, тебе... Ты в порядке? Кайф. Что такое? Давай, давай. Давай. Давай еще раз. Next. Next round. Мичик. Где же он, действительно? Привет. Штурмовик. Штурмовик. Прием. Ты здесь? Алло. Идиотина. Идиотина. Почти такой же, как я, кстати. Окей, идем. Ты меня увидел? Или да? Штурмовик. Окей. Вот как оно делается. Вот как оно делается, гейс. Стреляй. А, стоп.
Ой! Ой, ракета! Боже. Страшно жить, вы посмотрите. Так, там сундук есть. Тут еще один. Ну, поздравляю. Го сюда. Гений. Что такое? Знаете, что я могу? Теперь это навык, который я буду использовать вообще постоянно. Это ж... А, маны нет! Маны нет. Мы же и в храме GDF, или как это называется. Бам. Ваншот. Иди сюда. Где ты? Давай, беги. Ой. Кстати говоря, ГС, по поводу боевки. В боевке у меня вообще никаких претензий нет. То есть... единственный минус меня очень сильно бесит. Вот это, блин, развитие персонажа. Почему он... узнает навыки, блин, смотря свои воспоминания. Это нереально странно, я считаю. Прям очень странно. Получено очко навыков. Хорошо. Ой. Сейчас все будет, дружище. Теперь можем отбивать ракеты. Запрыгни. Что это было? Что ты делаешь? У меня аж настроение появилось, знаете ли. Стоп, это... А, я понял, что это за место. Да, я понял. Теперь мы можем попасть вот туда. Окей. Тут типа козлики были, да? На них перебили. Так, что ты делаешь? Давай, бунфайр. Нет, так делать не надо. Дерево навыков. Я уж позабыл, что тут есть. Массовый толчок. Не, мне это в принципе не надо. Дистанцию. Рывки, такую себе. Это что? При использовании стимов кол восстанавливает больше здоровья. Бесполезно. Улучшает защитные навыки кела, что позволяет... что снижает урон наносимой устойчивости. Вау. Максимальный запас здоровья кола. Это что? Не атаки после быстрого уклонения. Это очень интересно. А, нифига себе. Вот это просто офигительно. Теперь это реально Dark Souls, можно еще пинаться. Так, теперь у нас здесь открылись все же две нычки. Мы можем в воздухе применять способности. Куда же то? Так, ладно. Ладно. Сначала я хочу вон туда. Блин. Что с музыкой? Музыка сломалась, окей. Забыл отдохнуть. А, они все возродятся. Что делаете, гайс? Что делаете? Меня видишь вообще, дружище? Блин. О, там еще сундук, кстати. Like
А, я понял. Тут типа воздушный поток, он его. Гений. Что делать? Давай стреляй. Стреляй. Прям ботами гу так неплохо, знаете. Действительно, где он? Ой! Кто стреляет? А он жив еще? Не промазал, что ли? Ну давай. Ну и. Ой. Ой! Кал, кал, кал! Бежим! Кал! Стреляй. Ну, как хочешь. Ой, как же вас много. В смысле, не, их немного, просто они не с пушками, которые блокируют. И атаки. Да. В пузико. Просто в пузико. Гений. А, блин, он умер. Ну и ладно. Сейчас все сделаю по красоте. Е. Почему сразу до этого не додуматься? Ну, началось. Что это? Получен новый материал святого меча. Смиридий. Окей. Лут. Что нашел? Новая муфта святого меча. Долг и решимость. Хорошо. Хорошо. Так. Мы сейчас чуть лбом не ударились об это. А здесь что вообще? Мы разве не отсюда пришли? Видимо нет, кстати. Видимо нет. Это что? Какая-то коробочка. Бьется керамик. Что это? Режь. Так. Извините, что я так сильно туплю. Просто... Ой. Эта прогрузка локации, она сделана очень странно. Просто хочу посмотреть, что здесь. Да иди... Гений, просто гений. Вы знаете, что гений? Я знал, да. Более тупо, мне кажется, сдохнуть в этой ситуации просто нельзя было. Там мать твою. Ладно, иди нафиг, все понял, да иди нафиг. Башенка. Все залагало. Все залагало. Я понял, где мы. Понял, где мы. Hello. Hello, friend. А! А! Со всех сторон. Не знаю. Это же жедай. Бидиван, дай. Дай пожрать, дай похилиться. Кэл, кэл. Кэл, живи.
Крыска? Крыска не надо. Крыска надо. Время для стима, да. Так, там мы уже были. Что это? Сканировать. Штурмовик с ракетометом. Где-то здесь мы точно не были, если что. Перерезать? Ого. Плохо. Давайте помедитируем чуть-чуть. Было бы неплохо вспомнить, где мы были, а где мы не были. Так. Почему его выстрелы тоже замедляются? Это очень странно. Можно туда залезть как-нибудь? Нет! Туда нельзя залезть! Туда нельзя залезть! Уйди! Пыш! Бам! В смысле? Ой! It's a giant Zepho statue. Все, он не отвлекает меня. Был просто. Но все равно меня очень сильно разочаровало то, что световой меч никак не контактирует с поверхностями. Это, блин, очень, знаете, обидно. О, верстак. Стоп, это что-то новое? О, да. Чуваки, о да. Теперь мы можем взламывать что-нибудь. Теперь мы апнули дроидов, дроида-хакер. Отлично. Так и есть. Обними его, сволочь. Давай испытаем, действительно. Так, стоп, это ведь верстак, да? Можно я посмотрю? Меч. Что есть у меча? Так, цвет. Нового цвета нету, к сожалению. Ладно. Это что? Мудрость. А, тут все-таки нет никаких этих. Ладно, пофиг. Стихийный элемент 2. Ливианское железо есть. Есть уросталь. Есть вот какой-то золотой оттенок. Нет, скорее бронзовый оттенок. Это просто внешка. Блин, жаль. Ну, из уросталя довольно интересно меч выглядит. Нет, здесь это все-таки какие-то бафы. Вот так прикольней. Нет, пока что цвет не буду вырубать. Давайте мы на секунду прервемся, и я посмотрю. Хотя нет, потом. Я хотел посмотреть, где достать новый меч. Но это действительно будет потом. А то заспойлерю еще себе что-нибудь. Что ты тут делаешь? Как ты сюда попал вообще? А, окей. Ой. Давай без этого, дружище. Давай мы тебя просто убьем немного. Попал ведь? Идем дальше. Next панелька. Блин, они ведь могли добавить
взлом в эту игру, именно какой-нибудь. Какой-нибудь интересный взлом, допустим. Чем бы и нет. А, окей. Пау, гениально. Сезам, откройся. Открылся. Открываем вот это. Открываем. Что тут? Получена новая раскраска Богомол. Затемнение. Ого. Просто замечательно. Что такое? Что такое? Ты разберешься с чем? О, точно. Ой. Он выжил. Печально слышать. Ломай это дело. Убери меч. Что ты? Давай, давай. А. Понял. Очень странно. А это все? Мы только за щупом все доходили. Окей. Что мой будет? Нет, он в другом месте. Так, получается, здесь вот открылись новые штуки. Теперь можно благодаря им делать дела. А именно бегать по стенкам. Блин, вот это классный момент сейчас был. Прям очень классный. Мне понравился. И все зависит. Нет. Просто прогрузка локации. На, ну да. Нужно немножко подождать. Ну да. Да. Нет, Кэл. Кэл, пожалуйста. Кэл, я, конечно, понимаю, что ты молодец, но не настолько же. А зачем? Там были? Ой! Стоп! Стоп! Стреляй! А, у меня энергии нет. Я, видимо, очень молодец. Ладно, пофиг. Нет, Кэл! Можно ты будешь стрелять в других? А пофиг. Мать твою. Не, ну, чувак, ты понимаешь, что у меня не было маны? Да, это была нечестная схватка. Была максимально нечестная схватка. Не важно, что это джедай, важно то, что у меня не было маны. Гениально. Отличный сейв. Не, вот мне он так понравился, знаете. Что это? Не знаю, что это было. Самый обычный световой баг. О, нет. Вау. Так, ладно. Блин. Все, валим отсюда. Здесь кто-нибудь? Нету.
Дверь уже сломана. Так, давайте засейвимся хотя бы тут. Просто тут. Чтобы не было никаких проблем в дальнейшем. Так. Здесь мы не допрыгнем. Жаль. Иди нафиг, кабанчики. Если бы точнее, крыски. Что это за звук был? Так, прогрузка локации. Кал, ты умница. Знал? Молодец, Кал. Так держать. А с вами, друзья, я буду разбираться медленно и эффективно. Шучу, я что, дебил, что ли? I make magic! Bitch! Я ему пузико вспорол. Ладно, если это было непрофессионально срываться на бедных штурмовиках. Это же все-таки их работа. Работу в Империи не выбирают, если что. Или что сейчас? Сейчас Империя или Первый Орден? Просто не знаю. Как бы знать, Крис, как бы знать. Ой, я вспомнил это место. Мы тут были, да. Если кто еще не понял, мы тут были. Так. Вы знаете, оказалось, что я слеп. Я просто слеп, guys. Я очень слепой. Да. То есть, это сейчас двухсмыслен, потому что, во-первых, я не увидел вот эту листву. Во-вторых, я действительно слепой, практически слепой человек в жизни. Так что... Кому не жалко, кто хочет помочь мне, скиньте денег на новые очечи хотя бы. Не на операцию, конечно, но новые очечи тоже будут неплохи. Потому что вот это, гейс, вот это не увидеть было очень странно. Возможно, мне... А, на карте это не было отмечено никак. Самое странное, кстати, то, что я карту не чекал. Также выяснилось, что где-то позади лежал желтый световой меч. Да, я его упустил. Я вернусь за ним, если что. Рано или поздно я за ним вернусь, я обещаю. Потому что я хочу себе full коллекцию световых мечей, которые здесь есть. Чтобы было все прям замечательно. Дверка какая-то. Что тут? Нарушитель, штурмовик сюда. Так, тут еще одна дверь какая-то. Блин. Отдохнуть. Все, уходим отсюда. Блин. Просто нереально туплю. Я
терплю настолько, насколько это возможно. Здесь есть еще что-нибудь? Вроде бы нет. Помню, что... А, точно, 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 точно. Стреляй. Пожалуйста. Умоляю. Ты молодец. Умница. Не ожидал этого, да? А ты? Где эта штука? А, блин, она там вверху, она выше. Не здесь. Да, не здесь. Какой же я невнимательный. Извините. Просто извините, я не знаю, что еще сказать. Очень невнимательный. Чувствуете отзвук. Халявный XP не будет лишним. Where are you taking us? The Empire's forced the villagers from their homes. Ну, блин, это ты просто капитан очевидно, знаешь ли. Мне кажется, такое объяснять не надо было. Так, хорошо. Шагоход. Эти есть. Ух ты ж. Ой, что это такое? Что это такое? Это мина. Стимнау. Почему у меня выделена только нога? Вот. Так, ну... Я, скорее всего, погибну в первом тетрае. Но... Снишь ракету, пожалуйста. Отлично. Не знаю, как она сработала, но она сработала. Как увидели? Я сейчас очень странно как-то отразил. Реально странно. Блин. Надо быть аккуратней. То... Блин. Да, я говорил. Я говорил. Хорошо, давайте next попыточку. Босс легкий, просто надо было посидеть у бонфайра для начала. Помедитировать. Так, на микрофоне пить почему-то. Чё, что она тут делает? Долгая загрузка. Кстати говоря, скоро придет поп-фильтр. Китайский, конечно, но поп-фильтр. Так что, надеюсь, качество звука станет чуть лучше. И не будет некоторых неприятных звуков. Рука вспотела.
Я не буду его бить. Буду отражать все атаки у него. Что так забавный. Действительно забавный. Черт. Блин, я этого босса мог спокойно с первого трая побить. Стойте, нос! Нос! А, его можно одной рукой бить. Класс. Классный босс, гайз. Понравился. Блин, его реально можно было одной рукой убить. Чё-то куда? А! Блин, я думал, ты захочешь убежать, хотя тут будет какой-то выбор, моральная дилемма. Ничего из этого нет. А жаль. Так, здесь вроде бы, здесь ничего нет. Ладно, сначала мы сходим вон туда, потому что помню, что там точно что-то было. Точно что-то было. Не помню конкретно где. Ну, было. Да. Вот оно. Штучки. Я уже приноровился с вами драться. Ну, вы умираете. Это оно. Да, скорее всего, это шорткат. Так, ну это уже по сюжету. Окей, уходим. Значит, на эту планету мы еще будем возвращаться. Мне она не особо нравится своими прыжковыми упражнениями, да. Но вернуться сюда придется. Ладно, идем на корабль. Не сюда. Nice work out there, kid. Hey, you got some real moves on you. Fucked. Just tell me that this visit wasn't for nothing. I found the tomb of a Zepho sage. They definitely used the force. An advanced civilization of force wielders who mysteriously vanished. No wonder Master Cordova became so obsessed with them. What else did you find? Before they disappeared, the Zepho journeyed to the planet Kashyyyk. Oh. Cordova had a Wookiee friend named Tarful. Maybe we can find him. Kashyyyk, look, things are really bad down there. The Empire's muscling in on those Wookiees big time. Don't you better get ready for a fight. Точно. Вуки ведь. I think this lifestyle suits you. Fighting that walker seems to have made you more confident. So, how are you holding up? You mean with the Force? Yes, with the Force. I know you said it could be overwhelming. Haven't gotten myself killed yet. Rather not talk about it. Yeah, well, I understand. More than you realize. Why'd you choose to stop using the Force? When the Purge started, and our clone troops turned against us, my Padawan and I took several young ones and we had to hide. We didn't last long. Imperial Patrol was about to discover our location, so I tried to lure them away from my Padawan Trilla. She stayed behind with the younglings, but they caught me. And they tortured me. They wanted to know about the others and how many were left, but mostly they wanted to know about Cordova and where he went. But you escaped. Yeah. It was a prison riot. I saw my opportunity and I took it. But they almost broke me. And I am not the same as I was, Cal. Your Padawan.
Did she survive? No. But that's why we can't give up. We can't let the sacrifice of those closest to us be for nothing. Знаешь, у нас было бы больше шансов на победу во всей этой войне, если бы ты, дурочка, не стреляла, блин, в инквизитора из бластера. Надеюсь, ты понимаешь, да? Спасибо, да. Что здесь? Надеюсь, что... Здесь этот злобный котик. Так, уже 4 планеты, посмотрите. То что? Исследовано 1%. Это та планета, на которой мы были, или? Ну, в смысле, на которой все началось? Просмотр карты. Не знаю, скорее всего, нет. Ладно, давайте отправимся на Кашиик.